Давай. На количество. Еще давай. Нормально. Давай. Ты настолько суровый, что тебя со всех ракурсов сняли, и все равно получилось. Чувствуешь себя крутаном? Нет? Вот он, максимализм. Даже когда ты охренительно крутой, ты все равно чувствуешь, что ты... Ничего у тебя не получается. Интервью. На пару слов. Мы с тобой от безделия начали флагель-флай тренировать? Или захотелось? Да, короче, на самом деле просто надо флагель-флай, вот она начали. Да я уж тут выпендриваюсь. Давай. Слушай, ну раз 15 сделай. Вот, молодец, молодец. Так и тренируем. Сейчас будет связка маста, фломаста, power move. Смотрите и завидуйте. Пробуй, опера первый раз, короче, пробуем. Флай жесткий делай, чтобы, знаете, нормально вылезти. Давай. Оп, поехал. На скорость крути. Давай. Вот. Ну все, все обзавидовались. А ты как себя чувствуешь? Голова не кружится? Короче, начинаем тренинг с Baby Freeze Fly. Давай, первая попытка в твоей жизни, нет? Четвертая попытка в жизни, давай. Левой рукой нужно протаскивать таз, проталкивать даже. Вперед. Проталкивай рукой левой. Смелее. Выше вылети. Подпрыгни, точнее. И левой ногой помоги вымахнуть. Давай, помогай. Вот. Давай, тренируем прыжок с Baby Freeze, короче, на флай. Самое сложное в этой связке. Вот, ну ты в нужном направлении-то был. Только испугался. Не надо бояться. Давай еще раз. Правую руку не подставляй, на одной левой. Рано. Задержись на Baby Freeze чуть. Представь, что тебе, ну вот просто представь, что ты делаешь гелик, крабик, флай. Понял? То есть как бы определенное время должно пройти на Baby Freeze. Давай. Блин, ты затягиваешь. Ты просто затягиваешь момент. Нет. Именно вот в положении краба. То есть вот когда, знаешь, люди прыгают на одной руке, да? Джекхаммер-то этот. Нет, это черепаха. На одной руке. И вот тебе как бы нужно сделать этот один прыжок. Понял? А у тебя нога правая сразу поднимается вверх, ты себе шанса не даешь. То есть тебе из... Вот когда у тебя тело параллельно, тебе вот из этого состояния нужно выпрыгнуть. А не тогда, когда у тебя правая вверх летит. Понял? Попробуй. Здесь. Нужно было чуть-чуть раньше. Ты сам-то примерно вот понимаешь, я вот тебе объясняю. Просто мы тут недавно обучалку сняли. Я там то же самое говорил, а фиг знает, поняли ли парни-то. Ты вот понял, что от тебя требуется? Почему не получается? Вот можешь на словах это объяснить? Ну, или ты просто собраться не можешь в нужный момент. Попробуй резче сделать. Просто бам, вот так вот. Как угодно, скорость без разницы, любая с гелика. Ты главное вот момент вылета вот этого толчка сделай вот прям жестко.
Бам! Блин, так что боишься? Нормально полетел-то. Надо вот так и делать, то есть взрывами такими. Своди ноги, своди. Вова, в чем проблема? Ну вот по ощущениям, чему сложно? Ногам или спине, или не знаю? Ногам, бедру, да? А ты чувствуешь разницу, когда, например, ты сводишь ноги, когда она у тебя вообще внизу, да? Или когда она у тебя по центру? Попробуй сейчас не опускать низко. Человек-вертолет. Давай. Вот, молодец. Саша, сколько спичугов ты сможешь выжать? 4. Давай, показывай. Не дотянул. Нормально. Вова, иди сюда. А ты сколько сможешь выжать? 6, давай. До конца дави, до конца. Еще давай. Давай. До конца, Вова, до конца. До конца, пока голова от крови не лопнет. Работай. До конца. Что-то ты немного наврал, Вова. Ну, чё врёшь тогда? Не ври никогда больше. Врать плохо, Вова.